нас тут дяденька активно нарезает круги, он там катается, вокруг меня катался на этой машинке, ну, изо всех сил катался. Мне уже это надоело, думаю, ладно, поснимаю его, как он катается. Ну, скучно же дяденьке, надо ему покататься. Сейчас он сюда едет, рулит, наруливает, хорошо. Вокруг меня наезжала вообще конкретно. Все еще у нас тут висят эти новогодние украшения. О! Думаю, дяденька, наверное, хочет, чтобы его поснимали. Думаю, поснимаем. Любит кататься на своей машинке кругами. Я тут звала на массаж, он вокруг меня круги наматывал. Думаю, блин, пойду поснимаю, как он катается на своей волшебной машинке зеленой. Как только начинаешь снимать, он у тебя сразу начинает уезжать. Ну, ничего. Так я ж догоню. Он на этой машинке быстро ехать не может. Катается. Сильная штука. Да, вот такая штука дома нужна. Вот так вот ездить. Хорошая вещь. Гудит только зверски. Вот на такой штуке у нас он ножной массажер сбил и сломал. Ехал. Мы в коридоре стояли вот здесь. Дяденька, как проехал. Катается. Молодец. Красиво катается. Ладно, не буду смущать коллектив Меги, пойду обратно. Да, в коридоре сижу. Так наезжает сзади. Звук такой. Особенно в туалете, когда они машинкой гудят, такой звук накатывает, круги наматывает. А если своей машины нет, вот приходите работать уборщиком в Мегу.